И что значит желание жить? Это значит, что он включает этот тумблер. Вот, допустим, если усталость, нет концентрации внимания, работоспособность низкая, здоровье начинает страдать, значит, тумблер означает «беги на улицу, делай зарядку, бегай». Если ты чувствуешь, что проседают отношения, на работе все плохо, дома все плохо, бывает все сразу, бывает по отдельности, значит, нужно увеличивать контакт с добрыми людьми, начиная с лекций, слушай лекции, потом дальше куда-то ходи, общайся, вылази из своей скорлупы. Или ты чувствуешь, плита наваливается в жизни, нет сил жить, храм, молитва, то есть отношения с Богом убирают, смягчают эту плиту. То, что казалось непреодолимой, становится преодолимым. Понимаете? То есть человек должен понять, что стресс – это всегда наполняться. То есть причина стресса может быть какая-то очень серьезная. Причина стресса может быть очень серьезное основание. У тебя не та цель в жизни. Но все равно решается стресс всегда только одним способом – переключать тумблер, идти и наполняться. В это время тебе кажется, что ты зря тратишь время. Вот мог бы там в квартире прибраться, там что-то полезное сделать, там образование какое-то получить. А сейчас просто сидишь и молишься, в общем-то ничего не делаешь. Или бежишь куда-то, что-то бежишь как дурак, лекцию послушать, бежишь. Или идешь там, мог бы делами заняться, понимаете, какими-то. Это не безделье, это правильное мышление. Или желать всем счастья, вот мы так сейчас тоже, это переключение.